Как-то после дежурства я сидел в баре в Вашингтон-Хайтс. Скопов за выпивку не брали. Пара ребят решили ограбить бар. Я выбежал за ними на улицу. Двух застрелил насмерть. Третьего ранил в ногу. А почему ушел со службы? Видишь ли, одна пуля отскочила рикошетом. Так вы частный детектив? Неофициально. Я помогаю людям. Они меня за это благодарят. Итак, чем могу помочь? Мою жену похитили. Я заплатил, но ее все равно убили. Я хочу, чтобы вы нашли виновных и привели их ко мне. По мотивам романа-бестселлера. Похитители не случайно выбрали вашу жену. За ней следили. Узнали ее расписание. Это не первая их жертва. И не последняя. Я так понимаю, у нас новый игрок. Этой осенью. Я ее и пальцем не тронул. А вот остальные двое — другое дело. Они просто одержимые. Они чудовища. Нелюди. Как их найти? Прогулка среди теней. Люди боятся не того, чего нужно. Прогулка по ту сторону закона. Попали в фургон, считай покойники. Вы бывали в таких ситуациях? Только не таких. Прогулка среди могил. Смотрите в сентябре.